Ломали, приветствую тебя, поздравляю. Спасибо. Красивая победа. Первые впечатления. Тяжело было. Не ожидал я такого от соперника. Очень выносливый и удар хорошо держал. Думал, досрочно выиграю, но он все три раунда постоял. Давай тогда пройдемся по бою. Первый раунд, начало первого раунда, очень уверенно. Левый хайкик в голову, как раз с моей стороны было, через защиту ты пробил его, даже через защиту. Вопрос, почему кинулся в партер, почему не решил продолжить именно в стойке? Потратил, как показалось, кучу сил. Ну, я думал, в нокдауне хотел его задушить. Вдруг бывают бойцы, которые держат хорошо удары, не вырубаясь. Поэтому я думал, более быстрее будет его финишировать в партере. Оказалось, не так. Забрал спину несколько раз, выходил на удушку, видно. Насколько чувствовал, что ни в какую не получается, он хорошо защищается. И после того, как встали в стойку, видно было, что функционально чуть просел. Насколько его чувствовал, что отек? Ну, уже ноги уже не такие выносливые были. Я уже начал экономить силы до концовки уже раунда. Ну, в экстренном случае. Несколько моментов было, где он пожимал тебя откровенно к сетке, заходил даже с локтем. Несколько раз правая нога его пробила в корпус. Насколько ощутимый урон понес или в целом ничего страшного не было? Нет, так в бою я ничего не чувствовал. Может, сейчас как остыну. А насчет борьбы, я думал, он ударник. И когда он бросок сделал, я уже как бы не ожидал. Но бросок был хороший. У тебя в углу был Ахматхан Боков, кричал тебе, чтобы ты раньше поборолся. Почему решил прибегнуть к борьбе именно в третьем раунде? Ну, как получилось, с первого прохода в ноги 100% результат, сразу его перевел, законтролировал. Почему не сделал этого раньше? Потому что в начале раунда в борьбе я уже выдохся. Я думал, я стал уже на концовку экономить энергию. Если, допустим, у меня был бы провал в втором раунде с борьбой, то мне уже тяжело пришлось бы. Поэтому я оставил все силы на третий раунд. После второго раунда понимал, что счет равный. Второй раунд уступил, первый раунд забрал. И какие вообще мысли были вот перед третьим раундом? Да, я понял. Тем более мне секунданты сказали, то, что второй раунд я проиграл. Поэтому уже третий раунд я уже ва-банк пошел бы, чтобы забрать этот раунд. Ты достаточно небольшой легковес. Сейчас объясню, к чему я это веду. В лиге есть Курбан Тайгибов, с которым ты уже встречался ранее. Нет ли желания именно для такого боя, может быть, спуститься в 66 килограмм? Ну, это уже с тренерами, диетологами надо разговаривать. Потому что даже я не особо профессионально гоняю вес, хоть у меня немного, но тяжело я восстанавливаюсь. Даже перед боем я чувствую, что у меня ноги не такие свежие. Поэтому, уже если буду работать с профессионалом, там уже можно отталкиваться от этого. Две победы к ряду. Яркая победа, сейчас трудовая очень победа. Какие мысли дальше? Очень крепкий дивизион легкого веса. Может быть, есть какие-то имена, с кем хочешь встретиться? Ну, сейчас чуть остыну, уже будем раздумывать. А так с лучшими драться, иначе в этом спорте делать нечего. Как считаешь, после этого боя, две победы, приближаешься к топ-10 или, может быть, уже войдешь в топ? Я думаю, после первой победы я уже приблизился к топ-10. А сейчас уже, думаю, чуть еще ближе. Я тебя поздравляю, хорошего восстановления. Спасибо.